Сегодня у нас 10 июля 2023 год. Вот я приехал на саманный домик. Вот здесь у нас посажены грядки. Вот сейчас сестры занимаются прополкой грядок. Бог помощь вам! Благодарю. Ничего, не тяжело вам? Нормально. Нормально? Уж простите меня за такие полигоны. О, молодцы, труды. Да какие вы, видите, все заросло. Надо рассчитывать силы, там мы не рассчитываем. Это матушка, все, сади. Ага. Теперь, матушка, нужно обрабатывать. Ничего, обработаем, ага, обработаем. Ну ничего, Господь даст, все будет хорошо. Но у нас, конечно, мы не на себя, только другим даем. Конечно. Так что с ближними-то делимся. Тут еще одна из грядок, это вот свекла заросла сильно. Вот это вон свекла идет. А? Где увидите? А, вот. Вот это. Два... А, я сразу по этой грядке объясню вам, чтобы вы знали, что тут посажено. Ага. Здесь посажен два рядка свеклы и один рядок этой морковки. То есть, а вот это заросшее, это именно это... Свекла. Тропинка, вот это. А, тропинка? Да, тропинка. Ага. Здесь вот лучок растет. Вон только он до туда доходит, до половины. Чуть меньше даже. Угу. Вот капустка подросла. Это вот сорняк еще большущий вылез. Видите, на другие работы отвлекся, и все уже. Сразу пошло зарастание везде. Оля, вот смотри, вот эту вот грядку можно дополоть, вот там лук, где закончился. Ага. И вот тут посадить то, что ты хотела. Да, я привезла семена. Да. И этот еще Сергей привез этот топернау, или как он там называется? Топернау. Вот куда его посадить надо? Тоже. А его куда-нибудь сбоку можно? Потому что у нас тоже свободная. Где-то вот тут еще одна вторая грядка тоже не досажена до конца. Вот ты это вот полностью вся гряда, да? Вот это вот место свободное. Я не знаю, тут на горох зарастет его. Вот тут два рядка свободные. Если лунки наделать, посадить его. Не Может стоит? Быть, скосить косой? Нет, я хочу вручную проходить здесь. Я сейчас тоже приступлю тут. А-а-а. Вот этот сорняк вот тоже. Хорошо. В перчатках выдерну весь. Хорошо. А вот центральный, там да, там надо косить. К сожалению, у нас этот триммер сломался. Триммер вообще... сломался. Да, я бы давно бы его прокосил, сломался. А на новую пока денег нет. Были бы, купили бы. Так. Вот эта грядка матушкина, вот эта вот, которая повыше, а это моя грядка, наша, вернее. Угу, чтоб ты знала. Ну вот так вот, здесь вот у нас кабачки, тыква растет. Вот они уже сами разросли, хорошо. Тыква что-то слабовато растет. А вот кабачки хорошо пошли. Ну, тыква тоже свои возьмет, только разойдется. Тоже все листьями закроет, всю траву. Вот здесь у нас арбузики. Старую пленку я не стал убирать ради экономии. Посадили семенами. Вот они взошли только. Конечно, уже поздновато, но даст Бог, может, сейчас вот жара наступает. Поливать будем, и это огурцы, эти арбузы пойдут вверх. Вот рассада. Рассада была плохая. У меня она была хорошая, но так и была в ящиках. Пересаживали, и многие корешки повредились. Когда в землю я посадил, еще неделя холодная стояла. То есть факторы все на минус пошли, и плохо сходило все это. Пока она все это, видимо, там корешки пустила, ожила немножко. Сейчас они должны быть намного больше уже. И плеть должна быть большая. Тут вот ветер задувает ее вовнутрь. Кстати, вот она, вот они, которые у меня
засохшие, видимо, которые корешки были погибшие, они эти подсыхали. Вот так вот. Все, вот так везде. В том году у нас вообще хорошо все получилось, а в этом году вот слабовато все. Может, даст Бог, нарастет все-таки ближе к сентябрю. Еще целый, считай, полтора месяца можно спокойно, чтобы что-то росло. В этом году сделал под черную пленку. Два рядка и вторые. Просто под старую пленку посадил в местах. Все везде, конечно, требует прополки. Это вот матушка посадила морковку на семена. Просто на семена она растет вот беленькими цветочками. Вот. Здесь вот лук растет, тоже уже заросший. Тоже на семена растет. Большие головки садили. Ну вот так, как говорится, вот в среднем все. Слава Богу за все. Аллилуйя. Слава Христу.